Какая-то темнота на экране. Не знаю, на видео это отобразилось, нет? Что такое? Шейка! В чем проблема? Вот. Иду с ними тут ползает. Не стирается, слава богу. Похудели все девки, конечно. Лето, жарко. Но кашу все равно трескают. Вот эти сейчас как не в себя жрут. Ай, не провалилась. Сегодня мы их сестру третью отвезли на стерилизацию. Как она нагадила в машине, бог мой. У меня горло теперь болит от того, что я рыгала. Я убрала только... Она самая крупная, кстати. И вот это, вот это. А третья самая большая. Сейчас ее привезут после стерилки обратно. Вот. Это мамулька. Старушечка, девочка. У нее нога была сломана, спица. Но она не очень ручная, боится всех. Маленькая такая. Ее бы звоночком куда во двор. Короче, все тут... Медик! Медик! Бессовестный! Блин, я кричать не могу, у меня горло. Обидел. По жопе ему, по жопе. И по баске тоже. Все. Обижал. А что ты его обнимаешь за это? Он тебя обижал. Все, не плачь. Обижал, ах, паразит такой. Жадный паразит. Обидел девочку маленькую. Маленькую обидел, да? Маленькую. Ой, ты моя кошечка. Кошечка моя. Ну все. Не рви платье, пожалуйста. Нельзя прыгать. Я по носу дам. Нельзя прыгать. Нельзя, говорю. Не, ай. Это тоже он в платье сестра. Да нельзя, так говорю. Нет. Ты плохая. Вон они, выстроились все там. Фух. Капец, вода течет с меня. Все. Тут тебя никто в дом никогда не возьмет, будешь так прыгать. Углились 2, 4, 6, 8 их тут. Вообще их должно быть 6 здесь. 2 дикушки. 2 трехлапки. Ну, бабулька скачет, но она числа 6 сентября ее Лариса заберет к себе домой. Попробует пристроить, потому что когда их мало, пристраивать проще. Вот. Вот Альмочки бы дом, трехножки. И Нэнсички бы дом. За дикушек уж и не говорю. Вот. Мы пускаем сейчас туда побегать ко всей толпе, но потом они сами возвращаются к себе в вольер. Но снимать лишний раз такое суету, это суета реально. Их потом обратно позагонять и прочее. Это надо следить, блюдить за ними. Так что такие дела. Да? Да. И мои щелнышки. Да полосые. Нельзя прыгать. Вот молодец. Ушастики такие, ушастики. Да, молодцы, зайки. Жарко, не жарко, а в соломке прикольно сказать. Да, Нэнсюн? Ой, мои зайки. Не кусайся. И что за собака вредная такая? Что за вредная собака? А?